накопление сил было. А ты сейчас подходишь, и у тебя ноги заплетаются. Нинуленька, ну а что делать? Ну нужно, девочка. Я согласна, где-то нога болит, где-то не очень какие-то моменты. А вот подходить уже к этому моменту, который очень сложный тебе, и ты сегодня еще с ним недостаточно справляешься, тут уж, пожалуйста, изволь приложить все свои силенки для того, чтобы действительно это было достойно большой балерины. Сколько помнит себя, все время танцевала. В 5 лет – «Умирающего лебедя», в 11 – «Жизель». В 1981 году на международном конкурсе артистов балета в Москве Нина Ананиашвили завоевала приз Министерства культуры СССР. Это лишь мгновение из конкурсного «Лебединого». А вскоре на гастролях Большого театра в Западной Германии Нине пришлось танцевать весь спектакль. Был неожиданным ввод в главную роль. Оценка – долгие аплодисменты. Сегодня у нее премьера «Дон Кихот». Приходят и уходят мастера. Искусство остается. Такое удивительное рондо романтизма. Рядом всегда учитель, друг, народная артистка СССР, профессор Раиса Стручкова. И снова утро. Снова повторим. Как сказано поэтом, если не безупречно, тогда зачем это нужно?